платежных документах с начислениями за январь плата за отопление может превысить среднемесячный размер. Это касается жителей тех домов, где расчет начислений по услуге ведется в течение 7 месяцев в отопительный период на основании показаний общедомовых приборов учета тепла. В январской квитанции отразится плата за полтора месяца, январь и половину декабря. В связи с долгосрочным выпуском платежных документов в декабре 2020 года плата за отопление была начислена за неполный месяц. Таким образом, к расчету были приняты показания ОДПУ, поступившие в МОСУБЛЕРЦ до 11 декабря.